are going. I'm not through explaining what's been on my mind. Какой у них план на этот раунд, мы не знаем. То есть вот они заняли длинный. То есть не видно, что это не спешут они именно в длине. Мы можем тоже такое делать, потому что мы всегда играем четвером инсайд, либо масс улица. Вот двоим можно идти по улице пробивать тоже. Вот они, видели, они пробили, заняли позиции и холдят. А эти три инсайда числяют. Ребят, ну как бы хотелось бы вам сказать по поводу той игры на милке за атаку. Но если у вас мало смоков, но мы прошли на Б, кидайте смок в поинт. Ну не надо дымить все двери. Вы понимаете, что если бы тогда дымили просто одну левую часть, все, они бы никак не смогли. Заняли зиг, раскидывали мидл, вышел чувак на мидл, начинает куда-то кидать такие флешки, мансует и 4 высыпаются. Куда ты уже весишь, брат? Нет, стой, дайте так. Снимать, кто будет. Так же садимся. Не, я назад. Я сюда. А ты сзади так, был? Братан, надо уже снимать надо. Ну, так залезай ко мне. У астралисов 25,4 с дамаги, у фейзов 17,6, у нас 19,5, у бегов 30,30. Просто я понимаю, если мы выиграем, то вся арена будет за нас. Сегодня все должны быть за нас, сегодня. Конечно, астралис это датчане. Вообще, главная коммуникация, размены, вот. Результат не думайте вообще. Можно выиграть за любую сторону, за любую закомбэч. Я говорю, веру не теряйте вам до последнего. С ними реально сыграли только две игры в 2018 на лане. Две. До последнего, но нам на это похуй. Вот этот настрой мне нравится. Всем привет! Мы уже находимся в арене. Guys, what is this? Hi guys, cheers, cheers. No, thank you. Do you want a beer? I mean, it's Germany, come on. Just take it, drink it with me, drink it with me. Ребята говорят, что это Германия и надо с ними выпить пиво. Я сделаю вид, что я пью, но я не пью. Thank you. No man, it's hard to guess. Like Navis is a really strong team. They have s1mple. But Astralis is very strong too, yeah. Yeah, Astralis. But s1mple he's just destroying everyone with the op, so he can do basically what he wants. He has a really aggressive play style. Yeah, be proud. Be proud of the team that you're supporting. Don't move on. Stay with it. And subscribe on YouTube Navi channel. Yo. Next round, we pay the win. Making sure I don't say this all again. Outside, you can never box me in. We pay the win. Never follow, I came here to set the trend, break them all. Приехал с Италии, сам я из Украины, живу в Италии. Болею за Нави с 2010 года. С 1,6 просто, всей душой за вас. Что ты вообще думаешь вот про сегодняшнюю игру? Сейчас вот Астралис очень достойный противник, действительно, с ними будет сложно играть сейчас. Для меня это уже как полноценный финал. Что ты думаешь? Я думаю, что если Нави возьмут, они всех выиграют. В принципе, Нави Би финал для меня идеален. It's for Navi, I'm for Astralis. Like, I think it will be a pretty easy match for Astralis. I don't really care about the team, like, it's just about the fact that there are lots of German people in it, so for the atmosphere, for the show, it's so cool to have them, but I don't really care about that, like, it will be a good match anyway, so that's cool. Ребят, ну как видите, у нас два болельщика, один болеет за Natus Vincere, второй болеет за Astralis, но атмосфера прекрасная на стадионе, и все пьют пиво, все все пьют пиво, везде все в пиве. И я не знаю, наверное, будет глупо это игнорировать. Это первый турнир, где везде выдают пиво бесплатно всем вообще, полностью всем и не по одному бокалу. Тут царит настоящая такая немецкая атмосфера. Еще носят сосиски. Ну шучу, сосиски не носят, но пиво все пьют. Если проиграем пистолеты, давай сыграем, просто двое оставят по 800. И впятером пойдем убивать бассейн. Просто наша задача будет убить бассейн. Мы в бассейне, как по-любому удачно разделяемся. Сломаем им чуть-чуть экономику и сделаем следующий бай. Я считаю, что мы за атаку. Да не надо мудрить. Ладно, послушай. Ребят, я все время с собой ношу термальную воду для того, чтобы освежаться. И сейчас я ее подарю s1mple на удачу против Астралис. Поэтому, когда мы победим, запомните, термальная вода – это сила. Мы с Эликом расшатываем. Один из первых девайсов можно сделать так. Мы с Эликом расшатываем бассейн вдвоем. Он знает, что это чит. Они первые девайсы не будут играть мэджик на шариках, крысить. Они будут пытаться что-то делать, вы им хаешки, флешки, смог туда, и сразу убежали монстр. Мы с Эликом начинаем расшатывать бассейн, они фокусят бассейн, они там флешку в бассейн, выпады, какие-то молоты, какой-то идет расклад. Вы втроем в этот момент просто выбегаете монстр. Дупри на измене, по крайней мере в той игре, которую мы видели, откидывал сразу смог и молотов, понял? Там один оттягивает сапода, втроем выбиваем просто бассейн, зачекали территории, оттянулись, опять пошли пода. Поняли? То есть заняли территорию пода, допустим, длину, там перемычку. Я не рассказывал, короче, враж занимается длина, может, короче. Не, просто занимаем территорию, враж, не враж, занимаем территорию, бассейн не трогаем, ты не занимаешь. Потом пришли вместе, выбили бассейн и сделали выход на, понял, там какой-нибудь Астралис, там какую-то раскидку там. Да, проверим их стрельбу сейчас. тому, как они играли. Ну смотрите, как красиво. Дима, как ты вообще попал в вип-ложу? Я думаю, всем телезрителям сейчас очень интересно. Швеция, ну нам это не важно, нам надо победить.